Добрый день, с вами Лена Стрэндж. Сегодня я буду делать обещанный, показывать вариант использования бульонок, которые мне пришли вот эти вот в подарок. И вот такие вот мелкие, вот даже, я не знаю, бульонки, наверное, пластмассовые, которые я заказывала с сайта AliExpress. Они очень красиво переливаются, они полупрозрачные. Я надеюсь, вам видно их блеск. И в зависимости от того, что какая у вас подложка, они вот будут отражать этот цвет. Вот здесь вот красное, это я пробовала делать отдельно на типсе. Плюс я делала сама себе маникюр, когда я использовала вот эти вот бульоночки. Я не мастер, но покажу, как я делала это я. Первое, что нам понадобится, это база. Базу, не знаю, я использовала Коди, а вы смотрите, там база, которая у вас есть. Просто на базе лучше всего держатся эти бульоночки. Смотрится, конечно, они красивые, и они очень долго продержались у меня. Я даже их размачиванием, когда снимала, хотя обычно снимаю маникюр аппаратом, гель-лак. А тут пришлось размачивать, снимать, чтобы не повредить ни фреза, ничего. Наношу, соответственно, базу. Беру стаканчик, чтобы потом эти бульоночки можно было собрать. И посыпаю. То, что лишнее прям явно остается, убираем кисточкой. Тут и главное, я так поняла, посыпать максимально в один слой, чтобы они были. Не в два, не в три, а в один. Иначе они слишком будут торчать. И можно их так вот уложить с помощью кисточки, посмотреть, где неровности есть. И, соответственно, уложить. Сложность в том, что там же база, когда кисточка попадает, вот они скапливаются чуть-чуть на кисточке. Берите ту, которую вам не жалко. Вот это у меня кисточка из самого первого набора кисточек, который я брала на сайте AliExpress. Он такой супер дешевый. Мне даже его не жалко. Абсолютно. Соответственно, укладываем в один слой. То, что здесь за край выдвигается, подбирайте, укладывайте на саму типсу. Получилось в один слой. Вот это я отправляю в лампу. Вот этот, кстати, стаканчик, заранее могу сказать, я его купила сегодня в Фикспрессе за 10 рублей. Мне просто должен такой маленький прийти с сайта AliExpress. Вот он пока идет. Я уже сегодня увидела в фикс-прайсе за 10 рублей. Думаю, мне как раз вот для бульоночек подойдет. Так, сейчас сначала бульоночки открою. Они очень красивого цвета. Я вот взяла примерно похожий цвет на типсе, который уже был выкрашен у меня. То же самое, база. Я думаю, что если положить их на базу более такого жидкого формата, тоже можно. Просто будете смотреть, чтобы база все-таки не утекала у вас. И вот абсолютно то же самое делаем. Аккуратно посыпаю их. То есть, кстати, мне больше нравится в работе. Так. Смотрите, что выходит. Не знаю, вам видно сейчас, вот неровности есть. Берете также кисточку или то, чем вам удобно, кому-то удобно пальцем. Приминаете. То, что убежало у вас, подкладываете вверх.
подстраивайте. Смотрите, чтобы на кончике не оставалось у вас. Посмотрели, чтобы все было ровно. И отправляйте лампу. Соответственно, если вот таким образом стаканчик, потом берете это все аккуратно пересыпаете. И, соответственно, бульонки у вас не теряются. И расход их меньше. И вот эти вот то же самое. Я очень долго думала, что именно использовать под просыпание этих бульонов, чтобы они у меня никуда не девались и не терялись. И вот самый лучший вариант — это все-таки вот стаканчик. У меня есть вот такой формат, такой вот для страсиков, для блесток, но отсюда они выпрыгивают, а вот здесь нет. Наши варианты просушились. Смотрите, какая красота. Вот эти вот, они очень красиво переливаются и принимают прям тот цвет, который у вас гель-лака. Эти тоже переливаются, но эти больше такие жемчужные. И вот то, что я делала. Соответственно, если вы делаете на светлом фоне практически незаметно, где у вас есть пробелы, вот здесь чуть заметно, но я думаю, если постараться, можно все это уложить очень хорошо. Я сверху никаким топом не закрепляла их. Вот как на базе они у меня были, так они у меня и придержались. Если бы я не снимала бы гель-лак, они почему, мне кажется, бы месяц продержались бы вполне. Вот что у нас вышло. И то, что мы использовали. Вот эти бульоночки мне подарил продавец Кикин Сиси. Вот эти я покупала сама. Они красивые, интересные, достаточно такие большие упаковочки. Я надеюсь, мой видеообзор вам понравится, будет полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте мои видео. До новых встреч!